Хулиганов, учинивших разгром на пруду в строящейся части парка 50-летия советской власти, нашли. Опознать вандалов удалось с помощью записи с камер наружного видеонаблюдения. Напомним, что подростки сломали в парке информационные таблички, домики для уток и скинули в пруд биотуалет. Как установлено сотрудниками полиции, к правонарушению причастны учащиеся школы-интерната 8-го типа и школы номер 15. Хулиганы учатся в 4-м и 6-м классах. Теперь они взяты на учет. Родителям вандалов придется отвечать за деяния своих отпрысков на административной комиссии по делам несовершеннолетних.